В Горках Ленинских прошел первый совет депутатов в обновленном составе. 10 сентября в ходе выборов жители городского поселения отдали свои голоса 11 народным избранникам. Полномочен открыть первое заседание совета депутатов городского поселения Горки Ленинские. Первое заседание Совета депутатов прошло в максимально рабочей обстановке. После получения мандатов народные избранники сразу приступили к решению первоочередных вопросов. Один из них – избрание главы городского поселения Горки Ленинские. Путем простого голосования было названо имя нового руководителя. Это Наталья Камалихина, которая известна в Горках Ленинских своей многолетней работой в досуговом центре «Юность». Первые шаги в моей должности – это обязательно проехать по всем деревням, по всем населенным пунктам нашего городского поселения Горки Ленинские, пообщаться с людьми, выявить их проблемы, выслушать всех. Также были избраны два депутата в представительный орган Ленинского района. Ими стали Станислав Радченко и Артур Григорян. Кроме того, на повестке дня первого заседания Совета депутатов обсуждался и насущный вопрос, касающийся бывшего военного городка Петровска. Уже 10 лет его жители добиваются статуса населенного пункта. У нас запущен вот этот вот механизм законодательный о присвоении статуса населенного пункта нашему бывшему военному городку. Наш населенный пункт будет поселком Петровское. К слову, на сегодняшний день перед новым советом депутатов стоит множество вопросов. Присутствовавший на заседании глава Ленинского района Олег Хромов обозначил одну из самых главных первоочередных задач. Первой такой кропотливой работой для депутатов будет, это, конечно, работа над бюджетом городского поселения на 2018 и плановый период трехлетний. Здесь, я думаю, что и администрации района, и администрации городского поселения придется проводить достаточно большую разъяснительную работу не только с депутатами, но и с жителями, так как наша цель в этом году провести все бюджеты и поселения, и также бюджет Ленинского муниципального района как народный бюджет. Глава муниципалитета также отметил, что хорошая конструктивная работа всех народных избранников – залог успешного процветания и Горок Ленинских, и всего нашего района. И эта миссия выполнима.